Матеріали імкнуться обновить фонди музею артефактами, у тим ліку знайденими на території. У історії героїчної оборони. Солдат пераўтварылі гэта месца ў самы працяглы і ўзарты адчас супраціўлення. Новая экспозиция займает место как внутри, так и звонку форта, рассказала наместник директора по науковой работе мемориального комплекса «Брестская крепость». Что послушаем? А послушаем мы господина Леонидова с его видением. Затем у нас появится в эфире Бойки Джим. Очень интересное себе творение. Ну, куда же без Леньки-то, Агутина? Сюди головнокомандуючого з'ява Чакана, хоча в Бресті, як в пограничному городі, дислоцируються далеко не одна бригада. Действия по борьбе на нашей территории с диверсионно-разведывательной группой незаконными нарушениями. Все пришли к нам и готовы. Мы выполняем эту задачу. Вы должны это видеть и мы это видим. На посту президенту демонструют технику БТР, платформу для десантования, миномет НОНА, станцию «Федерик». Знакомый артиллерийский комплекс 2К20 и гаубицу. Это продукция. Александр Ильич. Тех возможностей, которые имеет БТР, приходит два поражения противника на дальних подступах. 12-15 километров. Не анахронизм это. Πριν από λίγο. Baby.
комнату. Неоднократно. И это, кстати говоря, один из факторов, который крайне упоминается, дезинфекция, информация, прошу прощения, которую германская разведка активно очень использует. Несконченное. На аккаунте Белого дома, да? Угу. Конечно, вот в интернете мы пока проигрываем. С другой стороны, знаете, когда идет массовая... Как... Когда мы победили, воевать с НАТО или с Россией, или еще с кем-то, вы понимаете, что поколение победителей. И вы знаете, когда в Афганистане за тысячи километров началась война, и одними из первых, Витебске, по-моему, десантники были переброшены, они там не говорили, не думали о том. Вооруженных сил. Крокі ў гэтым напрамку робіць і дзяржава, так для тых, хто адслужыў, ёсць пэўныя перавагі, каб яны не лішылі гады ў арміі страшанымі. Гэта ў прыватнасці льготы пры паступленні ў ВНУ. Они должны иметь возможность закончить вуз, потому что те, кто остались, они имели возможность получать образование. А он выходит через 2 года, он даже забыл, что в школе было, и он становится подручным. У сынков этих прежде всего чиновников
буржуев, ну и отдельных военных, которые могут обучить своих сынов. Так не будет. Солдат и офицер, если он захочет, отдает армии и родине что-то, он должен быть вровень с теми, кто сегодня косит от этой армии. И в этом отношении мы будем предпринимать все, начиная от образования и заканчивая другими жизненными вопросами. Насколько это позволит нам экономить? Например, активисты зажгли 300 тысяч свечей. Но в этом году из-за пандемии коронавируса все желающие могли принять участие в акции онлайн. А кроме того, в этом году к акции присоединились. И мы предложили на рынок, и за мы чье-то место заняли. Мы вчера по традиции в 14 часов зажгли свечи памяти Леоховскому соборе с 2009 года, как ты правильно говорил, это первая свеча. Июня. А потом уже шли мероприятия на территории всей страны, во всем. Только что-то на небе не сладилось. Видно, кости не выпали правильно. Чтоб по шерсти все время. И другим неповадно, не завидно. Вот и вышла банка. По жизни извилистый труден. Начиналась как фантасмагория, а уткнулась в обыденность. Это внутренний, потому что это... Πήρα το φουρνάκι, το έχω, αλλά είναι ακριβώς το άτομο, έτσι, τόσο από Αμερική. Είναι ένας Αμερικάνος που το βγάζει πολύ καλό.